Но вы имеете в виду Москва как центр нашей государственной власти? Вот. Будем избирать новую власть. У нас много красивых городов и прекрасных городов в России, где можно спокойно делать столицу. Тот же Петербург, тот же Екатеринбург, тот же, я не знаю, там, даже Тверь, которая когда-то, Тверское княжество соперничало с московским. У нас много городов, где можно все это сделать. Самое главное, чтобы мы были уверены в том, чтобы мы не растерялись. Мы были уверены в том, что мы изберем тех людей, которые все поставят на свое место.